очень, так сказать, русская, так сказать, российская персонажи Оксана Мавка и Гоголь из фильма «Гоголь. Начало». Чем больше страданий, тем лучше писатель. Так что не расстраивайтесь, Николай Васильевич. Все-то у вас впереди. Что это, девушка? Вас тоже не видите. Мир, в котором ты живешь, не единственный. Есть другой мир. Темный, закрытый. А можно погромче, дамы и господа, это же Гоголь и Оксана Мавка.